Всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня мы с вами поговорим о делегировании. Что же такое делегирование? Это эффективный способ управления, при котором лидер передает часть своих обязанностей членам команды. Это очень важный процесс в командной работе, так как при этом вы показываете свое доверие к вашей команде, вы даете членам вашей команды развиваться и учиться на действиях. Также вы развиваете командное взаимодействие, потому что при выполнении данных задач люди начинают активнее взаимодействовать друг с другом. Есть три самых активных ошибки, которые выполняют люди при делегировании. Первая ошибка – не делегировать, потому что если вы берете все обязанности на себя, вы не даете развиваться членам своей команды. Второе – делегировать, не оставляя никаких указаний, потому что при делегировании очень важно давать конкретные условия, задачи, план действий и дедлайны для выполнения. И третье – не поддерживать и не мотивировать своих ребят, когда вы даете им задание, потому что это может быть первый раз, когда человек выполняет что-то, ему очень нужна ваша поддержка. И даже если вы делегируете, вам нужно быть рядом с человеком и контролировать процесс, и проверять, помогать и вдохновлять. Чем вам поможет делегирование в команде? Вы сплотите, вы научитесь, и вы выполните ваше задание в срок, потому что все члены команды будут не перегружены, а выполнять определенный объем задач.